Линия приемки картофеля. Приемный бункер. Билсман Геркулес Джамбо 2000. Сортировка на... Здесь стоит на 2, ставится на 3 фракции. Далее наклонным транспортером подается на калибратор. Калибратор стряхивающий, тоже Билсман Геркулес. Модель 15000 дробь 4. 4 фракции, ширина 1,5 метра. Далее идет на переборочный стол. Два переборочных стола, он налево и направо. Одну фракцию в одну сторону, вторую фракцию в другую сторону. Далее. Для некондиции сразу стоит отводящий транспортер с двух столов. Сюда можно в ящик и в обратную сторону. Далее наклонный транспортер подает в еще один бункер. Можно использовать как бункер приемо-сортировочный. Еще один Билсман Джамбо 2000. Можно использовать как накопитель. Далее подающий транспортер и упаковочная весовая станция, упаковочная машина Мантер. Десятиголовочные весы и зашивка Мантер. Все подключено, все в рабочем состоянии. Сейчас линия работает, продается в связи с большим снижением объема по овощам. Это транспортером можно как в одну, так и во вторую сторону направлять, что здесь, что там. В комплекте будет вместо того бункера будет идти стоять вот этот бункер Билсман Геркулес, который на 3 фракции. При необходимости возможна замена модуля сортировки с звездочек на спиральные валы.